Доброе утро, Диночка. Вот проснулась, со мной тут Дина лежит на краешке. А вчера наш вечер с Диминой закончился не очень. Дина охраняла манеж Ани, в котором никого не было. Я подошла взять ее спать, и Дина маму укусила. Сейчас покажу. Вот так вот. Через спортивные штаны впилась в мою ногу, бессовестная. Манеж охраняла. Жопа такая. Да, а тебе говорю. Вот так вот. Кто маму укусил? Ужас какой. Вот так вот у нас происходит, так сказать, охранные мероприятия все. Да, Дина? Пусть на тебя люди посмотрят. Покажи товар лицом. Ну вот, вчера мама не послушала Дину. Ой, пожалуйста, с и за это получила, и за это получила.